Всем привет! Несмотря на весь ужас стокового китайского крыла на Куга М5, хочется сказать спасибо китайцам, что они хотя бы сделали вот такую возможность закрепить какое-нибудь собственное крыло, кастомное. Ну и в данном случае не обошлось без помощи Тайд Альпийская свежесть. Это, конечно же, не реклама Тайд или кипячение, но прекрасный способ дать повторную жизнь пластиковой бутылке, изготовив из нее вот такие вот замечательные крылышки. Пластик довольно-таки мягкий, поэтому я думаю, что должен прослужить довольно долго. Ну, такие вот крылышки можно делать вот из этой части, вырезать. И, по-моему, будет даже неплохо смотреться. Во-первых, цвет яркий. Во-вторых, площадь крыла гораздо больше. И легко поменять. Всего лишь на двух болтиках крепится. Все. При установке, конечно же, нужно пластик просверлить аккуратненько, чтобы он не потрескался вот именно в местах крепления. Сейчас я поставлю и посмотрим, что получилось. Так, ну и в итоге вот у нас получилось такое вот симпатичненькое крыло, которое, я думаю, будет хорошо защищать от забрызгивания спины. Потому что штатное крыло, ну, оно, конечно, защищает, но все равно кое-какие брызги летят. Здесь надо, конечно, затестить его, посмотреть, как оно будет работать. Ну, я надеюсь, что будет все нормально. Если сломается, из любой бутылки вырезаем аналогичное, и все. Можно даже старое использовать как шаблон, чтобы легче было вырезать. Здесь, чем хороша эта бутылка, то что здесь получились даже вот боковые такие вот загибы. Так. В общем, глаз не нарадуется. Всем спасибо за просмотр и всего доброго. Тайд или кипячение?